анонс и дата выхода нового сериала «Надежда». Премьера нового сериала стартует 17 января на телеканале «Украина». В новом сериале история разворачивается в новой высокотехнологичной многопрофильной клинике, где главная героиня – талантливый хирург Надежда Павлова. Должна не только проводить самые сложные операции, но и разобраться с личными глубокими травмами, которые являются препятствием на ее пути к счастью. Надежда – хирург с незаурядными способностями, обладающая не только колоссальным профессиональным опытом, но и редким талантом. Но несмотря на это, в ее личной жизни все непросто. Она находится в бесперспективных отношениях с женатым коллегой-хирургом Алексеем Стрелецким. Он постоянно обещает, что скоро разведется, но на самом деле использует Надежду для продвижения своей карьеры. Ситуацию усугубляет сильное чувство вины, которое преследует молодую женщину и отражается на ее личной жизни. У Нади есть тайна, глубокая личная травма, причиняющая ей душевные страдания. Роль Надежды Павловой исполнила актриса Анастасия Панина. Перед съемками сериала она училась накладывать медицинские швы, производить узлы, правильно держать скальпель и другие медицинские инструменты, делать четкий надрез. Напомним, премьера нового сериала стартует 17 января на телеканале «Украина». Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки!